Рандомный челлендж с подписчиком. Так, окей, давайте найдем первого тиммейта, с которым будем выполнять челлендж. Ял, зайди. Алло. О, Ял, привет. Здорово. Самый лучший блогер. Я не блогер. Ну ладно. В общем, смотри, к тебе такая задача. Тебе нужно сейчас максимально сосредоточиться и сконцентрироваться, окей? Слушаю, да. Смотри, тебе сейчас нужно придумать любой челлендж, который мы будем выполнять в Fortnite. Придумать, в каком режиме мы будем выполнять этот челлендж. Любом, кстати. Можно даже творческий режим. И третье, у нас есть всего лишь одна игра. Да блин, у меня фантазия плохая. Да блин, мама. Мама звонит? Возьми трубку. Да. Возьми трубку. Алло, мам. Алло, да. Да, я дома, я тебе попозже перезвоню. Спроси у мамы челлендж. Мам, скажи любой челлендж, какой мне выполнить. Да блин. Че? Ладно, давай, пока. Она сказала выпить литр воды. Мы играем только с новой лазерной пушкой и хилом. Окей, это ее в Мегасити у блендера взять можно, да? Угу. Ну давай. Она еще и выпадает и лежит. Давай. Куда летим сейчас? Куда лендимся? Мегасити, к блендеру. Мегасити к блендеру, это вот здесь. Окей, летим к блендеру, забираем лазерную пушку и играем только с ней. И с хилом можно. Так, я на блендере уже. Тоже. Оп, забираю. Уже по привычке. О, вот тут хил есть. Найс. Еще летит сверху где-то. Да вот он. 13. Ой, хорошо. Красавчик. Зажарили его. И let's go. А может наймем блендера? Да, давай. Он же тоже с пушкой. О, отлично. Он еще и с пушкой. Так, погнали. Все, мы будем разваливать сейчас, получается, Мегасити. Let's go. Да. Чел. Можем идти, можем идти. Да, давай. Я не хочу рисковать, я хочу топ-1 занять. Я тебя понял. Это хорошо, ты сказал. Давай убьем и сверху залутаем. Давай. Ё-моё! Так, слюрпы я взял. Ну, в принципе, я все залутал уже, все, что можно было. Гоу челиков развалим где-нибудь. Я сейчас с заднего сиденья буду жарить. Я в кусте посижу. Ого, воу. Аккуратно. Это какие-то бодрые типочки. Аккуратно, нормально. Можно пойти пушить, можно пойти подпушить их. Вот он один здесь. 29 дал. Хорош. Меня спамят. 31 дал? Ого, пушим. Не-не, мы с этими штуками, нам надо со стороны тулип. Одного нокнул. Можно теперь подходить. Гаси. Не умирай. Где он? Отбираю стену. Он где-то здесь, да? Он на мне. Зажарил. Красава! Ой-ой-ой, залил очень сильно вот этого. Ух ты, нифига! Да они офигели, реально. У меня не ставится. Мы как будто зарубил-то играем. Воскрешают. Там рядом. 29 дал. 26 еще. Вижу. Сейчас он будет выходить. Он на мне. Убил. Кстати, а можно эту перчатку юзать или не надо? Можно, это же не оружие, как оно будет типа убивать. Блин, это блендер. Кому-то лупит. Он по полу. Теперь по стене. Но что сказать, умный. Так, вот там типы, вот там заруба. Можно подспамить. Можно сюда к этим подняться, может быть, они еще здесь. Да, они еще здесь. Едет. Вот спрыгнул вниз. Едет. 26. Ну, надо в зону зайти. Я в зону. Они на машине уезжают. Я пробил колесо! Нормально, живем. Хилимся, живем. Давай, надо выиграть. Но сейчас нет. Одного нокнул? Нифига себе, ты сильный. С этой блендер пушки не умею играть, а ты там всех уже разваливаешь. Ты 4 скилла сделал. На мне тип? Этой пушки максимум 20 дамага дал. Надо в зону, забывай. Не умри там. Тихо. Пытаюсь. Вот он тип. Хорош, let's go. У меня мало хила. На. Ой-ой-ой. Здесь кто-то есть. Илюсь. По 5 уже косает. Блин, у меня... 26, 13. А я сдохну от бури. Я от бури умер. Вот еще тип сидит. Я от бури умер.
Я не знаю, сори. Давай выигрывай, выигрывай. Ты должен выиграть. Забей, я бот. Я забыл, что тут буря так сильно клацать будет. Ты выиграешь. Застройся, застройся. Ай, топ-3. Ну ничего, нормально, слушай, топ-3. Хороший результат. Красава, спасибо за игру. Тебе тоже. В моем боте FTG ты можешь забрать бэбаксы, подписку, наборы Fortnite, но также помимо этого есть донат в Xbox, Steam, PlayStation и во многие другие игры. Алло. Алло. Привет, Эликсир. О, гусарик? Да. Здорово. Так, короче, нам можно передвигаться только на картонах. На картонах? Да. Окей. Let's go. Халка, получается, берем на картонах. У меня есть Веном. Халка нету. Давай ты Веном, я Халк. Или ты Веном, а я... Танос. О, да, боевой карась. Отлично. Ой, все, я сел. Я не могу подобрать пушку, потому что на картонах. А, я могу построить. А какой я не могу построить? Мне кажется, я знаю, как это сделать. Оно застряло вот в этой крыше. Нужно пробовать ее. А, сломать дом полностью, да. Дом полностью ломает. Да. Да, есть пушка. А, все, пушка. Садись. Вот там вот домик есть рядом. В него еще заедем. У меня еще пушка такая голимая. У меня вообще оружия пока нет. Рыбки. О, ППшка, найс. О, маскировочные перчатки. Так, мы... Так, ну, машину, наверное, не надо палиться. Не, ну мне надо палиться, мне кажется. Окей, давай. Больше. Надо в сторону, наверное, карьеры двигать. Хотя там типов, наверное, много сейчас. Аккуратно. Ну, можно попробовать, в принципе. Да-да-да. Гуськом. С этими катантузами. О, дробовик. Найс. Найс. Пулемет. Ну, кстати, пулемет тут, наверное, тут must-have прям. У меня только что выпал очень полезный перк, но он связан со спринтом, к сожалению. Мне надо привлекать внимание. Мы замаскированные караси. Нам надо играть максимально по стелсу. По сути, да. О, там стреляют, можем подсосать, может, слышишь? Вон, вижу, типа. Промазал. Еще раз промазал. Я дал. 22, 45, 23. На меня улетает. Давай, вот этот вот. Я бегу. Ну как бегу? Крадусь. Я его нокнул, но меня сейчас, походу, бахнут. Мне нужно исчезнуть. Уходи. Ой, это челик. Я исчез, я ушел. Не умри. Стараюсь. Я давно не играл так в Fortnite, чтобы прям... Забавно ты придумал. А можно прям из тачки резать, я не помню. Если, по-моему, да, если на середине сидишь другом. А, ты выходить будешь, нет. Ладно, да? Да, можно резать прям из тачки. Офигеть! Я не знал. Ты сразу наперед. Мы новую тему открыли, слышишь? Да, это мета, забей. Я сразу на мою метку, я там на дельтаплане подлечу. Я там не убью? Судя по звукам, тут тип где-то. Он летит. Едем. Давай, гони! Гоню! Уезжай от них, нафиг. У них это не бесконечное. Я постараюсь подсбить их. Сбить. Куда они связаны? Сбей одного! Хорош! Он нокнул. Все, он резать будет, его забей. Уезжаем! Уезжай. Да. Гони отсюда. Импульс ки, это ж мета, капец. Да у тебя все мета, блин, ты не отлети, главное. Это очень смешно. Нормальный челлендж. Твердая рука. Пехотных винтовок, снижена отдача. Вот это на самом деле мощная тема. Только... Да, но у нас пехотная винтовка, ну, выбросили, да. Золотую. Ну, кстати, да. О, найс! Зона у нас. 10 типов осталось. Я бы с удовольствием сейчас, на самом деле, типа бы какого-нибудь подцепил. Звучит двусмысленно, кстати. Так, надо в зону, let's go в зону. Да. Все, вот здесь, наверное, выходим. Кидаем машину. Давай на вон тот вот замок подымемся. Там зиплайн есть. Если что, можно слиться будет. Ёп! Ой, там чел. Ядрит! Это было очень неожиданно. Сваливай, забей на меня. А, меня убьют тут. Нет, давай! НТ. Ну, спокойная катка какая-то получилась даже. Блин, а челлендж прикольный был. Ладно, НТ. Давай, гусарик. НТ, да. Давай, пока. Подписчики иногда просят добавить в друзья. Кто-то хочет вместе поиграть. Но для кого-то самое крутое — это поучаствовать в съемках нового ролика. Как, допустим, с вот этими ребятами. Ну, хотя это сейчас рандом, но вот сабы могут поучаствовать далеко не на рандоме. Что ж, для вас я запустил мультиподписку Yell Squad, которую вы можете оформить в нашем Дискорде, ТГ-боте, ну или же на сайте. Давайте, ребят, становитесь ближе к нашему комьюнити.
Здорово. Здорово. Погнали чисто на животных челлендж. Находим животного, прыгаем на него, на нем всю катку. На одном животном. Кабане. Ну нормально, погнали. Выдыхается, значит, хилим его. Let's go. Погнали. Слушай, нам как бы, чтобы слиться с природой, по идее, нужно взять соответствующее обмундирование. Ну то есть что-то такое. Ну, не совсем. Может быть, что-то вот такое? Может быть, что-то и такое. Сольемся тогда? А такое сольемся? Да ладно, забей, выбирай любой. Ё-моё, во. Прекрасно. Я волчара, буду на волчаре гонять. А ты нормально думаешь это, ну, тебя, типа, не видно будет, да, сольёшься? Меня не видно. Я в лобби вообще без скина, видишь? Нет скина, просто будет кабанчик бегать. Блин, я кирку забыл поменять. Нормально стакается, посмотри. Нормально, нормально. Ну это что все боялись, понял? Так, ну ты уже выбрал стратегию, да, определенно. Нам же нужно сразу на животного приземлиться, правильно? Ну нам их для начала нужно найти. Ну вот да, вот куда полетим? Ну они где-то в этой части карты, вот тут обычно где-то спавнится. То есть куда-нибудь сюда летим? Можем, в принципе, сразу выпрыгнуть тогда? Угу. Выпрыгиваем. Ну пока животных не видно, на самом-то деле. Животных не наблюдаю. Ну я нашел другое животное, тут лама стоит. Каков шанс найти ламу быстрее, чем животное? Ну, видимо, велик. Я нашел вот два кабана вот здесь. Два, да, вот здесь. Ой, давай, сейчас прибегу. Я тебе отмечу. Сразу лендюсь, сразу прям на кабана. Бегу. Оп, все, я залендился, я сразу на кабане. Блин, ну я волчара на кабане. Ой, на мне тип. Я убегаю. О, нет, в смысле? Он стреляет. Беги. Так, я залутал рез. Я сейчас за вторым кабаном бегу. Козел драный, ля, стреляет. До сих пор стреляет? Ну? Он бобит. Вот он бежит на меня. Умри. Его залили. Я его почти убил. Убил. Хорош. О, я нашел этого кабана. Так, ну Настя, у меня даже уже один килл есть, отлично. Надо, знаешь что, надо это, чем-то кормить кабана. Да, потому что он будет это, ему будет очень плохо. А что они едят вообще? Они все, по-моему, они всеядные, да, они абсолютно всеядные. Из фруктов и овощей они всеядные. Ну вот, окей, сейчас я вот так вот разобью. А ну рыбку съешь? Съел, красава, сюда. А я могу похилить кабана, подожди? Да, по-моему, вот когда они едят, они хилят. Не, я его не могу похилить. А вот этим? А вот этим могу. Ох, сплэши просто нужны, сплэши. А, да. Я не выполнял еще такой челлендж. Ну вот, выполним. А ну не мурчи. А что если вот на этой штуке сейчас? Офигеть, на кабане. Ой, полетел. Ой, нормально, ты полетел. На кабане! Ты ему такие американские горки устроил, я так. Нормально вообще. Так, надо искать для наших животных прокормку. Тут челы файтятся, можно подсосать. Белый. Хорош, сейчас. Еще 20, почти нокнул. Найс. Хорошо. А ну не мурчи. Нам нужно срочно им за едой, пока еще. Да, кстати, да, надо еды найти им. Мифический. Опа. Бери мифический себе. Я думаю, можно идти уже, да? Надо за этим, за едой. Ну, да, мы. Все, фонарь. А, ты, кстати, восполнил полностью эту же. Можем, да, бегать теперь. Мы можем друг друга вообще толкать еще на кабана. Пошли ламу, yeah. Попробуем ламу найти тут. А вот она. Реально? Да, вот она. О, найс. А, с нее же эти мифические сплэши будут падать теперь. Вот, я же говорю, да, нам они и нужны. А можно как-то? Да, она сейчас занамажется как раз. Все. Еще вот это. Мифические сплэши забираю. Найс, все есть. Еще мы сможем хилить кабана. Рыба еще. А, он рыбу вот эту ест? Давай попробуем. А ну съешь. Съел, красава. Угу. Вот, сожрал рыбку. Еще одна выпала. Еще и сплэши выпали. Я его захилил. Это моему кабану плохо, он сейчас отляжет. Есть там рыбка какая-нибудь? Да, на. Пускай кушает. А ты попробуй, слышь, знаешь что? Попробуй, дай я тебя сплэшом сейчас. А если я тебя заряжу сплэшом? Слышишь, а если сплэшами у он полностью? Фуловая, да. Он сразу фуловая до конца? Да, он сразу фуловый. Ну типа вот, и потом заново начнется. О, так это имба, у меня как раз 6 этих штук. То есть нам надо было просто сплэши найти. Да, просто сплэши и все прекрасно. У него так задняя походка прикольная. А что если если я эти заюзать? Подожди, я с кабаном пропаду, что ли? Чувак! Это же гениально! Его гладить можно, видишь? Как? На Б? Реально? Что? Кабана можно гладить! Ядрить!
Я сколько я всего в Fortnite не знаю. Последняя пати осталась. Но где типа интересно? Давай просто зайдем в зону. Вон они, вон они, вон они, на самом верху. Кажется, он заметил, кажется. Да, он заметил. Он моему кабану снес. О, нет. Он тебя пушит, 8 да. ХП. Он тебя пушит. 8 хп у кабана. Ну ничего страшного. Я тебя похилю, сейчас подожди. Ща. Файтимся на кабанах. Ты можешь похилиться? Меня закид, мне кабан только 8 хп, поэтому. Блин, ну последние типы это жестко будет. Хилюсь. Бам! 44. Надо файтиться, я думаю. Кабан просто довольно неповоротливый такой. Черт. 132 дал. Кабан его сейчас добьет. Дядь, реально? Он под этим подспышом. Под этим. Да как ты, блин, столько... Ну ё-моё, ну вот реально, и последние типы вот именно такие, ну видишь? А, что делать? Я пытаюсь. Так говорю, они просто там пол сервера убили. Ну, блин, почти. 13 скиллов. Ну это фулл кринж типы, почему, блин? Вот реально, почему так подбираются люди? Это же просто бред. Ну, НТ. And then...